Трактора и автопогрузчики на этих дорогах столь же привычны, как и припаркованные вдоль тротуара машины. Это одна из тех управляющих компаний, у которой нет проблем с уборкой даже в самые сильные снегопады. Юлия Курносова — новосел в этом квартале. По ее словам, все организовано так, что явления природы здесь не превращаются в стихийные бедствия. Удобство в том, что можно пройти спокойно, куда нужно, в магазин дойти, до поликлиники, до школы. Сейчас техника убирает остатки наледи и снега на участках, которые покидают припаркованные машины. Впрочем, снег с этого двора вывозят регулярно. Управляющая компания заключила договоры с тремя подрядчиками, а уборочный парк пополняется ежегодно. Оснащенность техникой. Мы на протяжении вот последних 5 лет каждый год покупаем трактора для уборки. На сегодняшний день у нас, вот вы представьте, 26 домов, 5 тракторов. 4 мини-погрузчика и 1 большой амкадор. Это одна из наиболее дисциплинированных управляющих компаний, а многие другие после сильных снегопадов пришлось наказывать за халатность. В понедельник на совещании глава города Олег Фурсов отметил, что есть еще и такой механизм, как отзыв лицензии, причем воспользоваться им могут не только власти, но и сами жители. На данный момент приведено в порядок уже 70% самарских дворов. Были задействованы 120 единиц техники, работали 2500 дворников. По поручению главы города ведется мониторинг работы управляющих компаний, причем ежедневный, составляются маршрутные карты. То есть мы с вечера знаем, где конкретно будет работать техника в разрезе каждой управляющей организации на завтрашнее утро. И мы уже по часам причем. И мы уже понимаем, где она, и смотрим. Если она не выходит в соответствии с маршрутными картами, то также управляющие организации привлекаются к ответственности. Сегодня городские службы получают прогнозы о предстоящих снегопадах заблаговременно, и у них есть все возможности вовремя приводить территорию своей ответственности в порядок. С теми же, кто допускает снежные завалы, скорее всего, придется расставаться. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, «События».